Играет в КХЛ иностранец необычный, с именем крутым, но кратким. Звучит оно хоть и непривычно, но вкусно и даже сладко. Его имя Рид, а фамилия Буше. Есть такой десертик, многим сладкоежкам по душе. Но только Рид Буше совсем не сладкий. Он брутальный форвард, забивает в авангарде. Родом Рид из США, но перебрался он в Россию, в город Омск, у Иртыша. Полюбился Рид Буше в авангарде всем фанатам. Каждый гол кладет на кураже, а голов его немало. Если нравится Буше, ставь под роликом «Ты тортик». Будет сладко на душе, и Рид еще много шайб забросит. Это был Крут. Увидимся в следующем выпуске. Пока!